Здравствуйте, в эфире новости, итоговая программа. В студии 7 канала Вологды Александр Соколов. В студии 12 канала Череповца Виктория Пименова. Здравствуйте, мы снова готовы рассказать вам о самых важных и ярких событиях нашего региона. Смотрите сегодня в выпуске. Рыбный промысел под угрозой из-за низкого уровня воды в реках. Рыбаки подсчитывают убытки. Что делать в этой ситуации? Новые рабочие места для осужденных и продукция для всех. Птицефабрика в поселке Мальчкино, переданная службе исполнения наказаний, готова к работе. 3 года в режиме жесткой экономии. В первом чтении парламентарии приняли главный финансовый документ региона. Золотая маска говорит до свидания Вологодчине до следующего года. О постановках этого сезона и планах на будущее рассказали организаторы фестиваля. Рыбный промысел под угрозой. Из-за низкого уровня воды рыбаки сегодня подсчитывают убытки. Отвезенные для промышленного рыболовства участки буквально тают на глазах. Вода стремительно уходит от берегов. Как результат, снижение годового улова. И, возможно, в скором времени найти в магазинах местную рыбу будет очень трудно. Обмеление водоемов области вызывает беспокойство у предпринимателей и экологов. Что делать в сложившейся ситуации, обсуждали на рыбохозяйственном совете в Череповце. А в областной столице состоялось расширенное заседание региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям. Один из вопросов повестки дня – как обеспечить нормальный водозабор в регионе. В проблеме разбиралась моя коллега Вера Кучеренко. Едем на машине по дну Рыбинского водохранилища. Ощущения странные у всех членов съемочной группы. Экзотика. Где я стою, сейчас глубина должна быть, ну, как минимум, 2,5-3 метра. Вот. Можете посмотреть, вот видите, вот где тростниковые заросли, это нерестилище. Все нерестилища сейчас, в общем-то, под этим самым, под... Без воды находится. Вода ушла, словно при морском отливе, на сотни метров. Под угрозой питьевое водоснабжение вологжан и производственных предприятий. Больше всего страдают Вологда, Череповец, Кирилловский район. Уровень воды над водозабором очень мал. Что делать, обсуждали в областной столице. Это мероприятие по очистке головков водозабора, если будет совсем низкая вода, значит, для того, чтобы не было перемерзания. Делается... Одно углубление там, где можно это сделать, для того, чтобы головки можно ниже было. А вот что делать промысловым рыбакам? Из-за низкого уровня воды работать становится все труднее. Где рыбакам ставить и сети? У нас же есть правила рыболовства, которые уже ужесточены. Сейчас расстояние между порядками 300 метров. Раньше было там 150, сейчас 300 метров. Очень тяжело будет, я думаю, что в эту зиму. В Череповецком районе рыболовным промыслом занимаются 3 предприятия. У каждого свои закрепленные участки для ловли. У одной из организаций «Глобальная мель» захватила 1/3 всех рабочих площадей. На треть сократился и улов. Большое влияние на рыбный промысел в последнее время оказывает еще один природный фактор – малоснежные зимы. Снега на льду очень мало, а значит, внутрь попадает большое количество света, что вызвало бурный рост водорослей. Вся эта растительность превращается в настоящее месиво и моментально забивает промысловые сети. Больших осадков ждать не стоит, говорят синоптики, вплоть до середины декабря. Воды мало, морозы наступают, и скоро рыбе просто негде будет плавать. Некоторые участки промерзнут до дна, говорят промысловики. По оценкам специалистов, замор рыбы неизбежен. А значит, местное сырье станет дефицитом у рыбоперерабатывающих предприятий. Безусловно, это оказывает какое-то влияние и на нас, потому что мы первые покупатели у промысловиков. Если рыбы вылавливается много, да, ну, то есть цена всегда происходит от спроса. Вот. Если много предложения, значит ниже цена. Поэтому это напрямую связанные две вещи. Да? Больше рыбы, меньше цена. Еще один удар по ценам наносят сами промысловики. По словам руководителя рыбоперерабатывающего предприятия, договориться с земляками гораздо сложнее, чем с поставщиками в других регионах. Наши рыбаки предпочитают продавать улов столичным предприятиям. В результате местным переработчикам приходится вести недостачу из других регионов, как, впрочем, и во время межсезонья. Сейчас в цехе обработки местной рыбы нет. Не сезон, а точнее межсезонье. Лед еще не окреп, поэтому местные промысловики находятся в режиме ожидания. Однако перерабатывающие
Пристанище предприятия ждать не могут. Потребителю рыбная продукция нужна круглый год. Поэтому вот этого леща привезли из Псковской области, с Чудского озера. Привозная рыба на Вологодчине может стать нормой, говорят переработчики. Я, например, переживаю за то, что может получиться так, что рыбу выловят и все. Вот. Просто наши дети будут только по книжкам знать, да, какие тут виды рыб родились. В сложившихся условиях маловодье, спасать подводный мир специалисты предлагают по-разному. Природоохранная прокуратура обращает особое внимание на рыбу, отрезанную от большой воды новыми островами. Можно обратиться, например, к жителям, к нашим рыбакам, инспекторам различным, что если они видят такие вещи, то, может быть, как-то смогли бы рыбу перенести, может быть, даже вот в эти водные объекты для сохранения. В другом вряд ли чем-то можно сейчас помочь. Правительство региона призывает всех зимой бурить лунки на льду, чтобы рыба не задохнулась. И главное, нужно развивать рыбоводство. Предоставляются субсидии на поддержку рыбоводных хозяйств. Поэтому хотел бы предложить рассмотреть, в том числе и рыбакам, и маславикам, и, может, кто-то заинтересуется из предпринимателей в Череповецком районе, заняться именно вот рыборазведением. Выращивать рыбу предприниматели хотят. К примеру, Сергей Петров задумал по Череповцам разводить африканских сомиков. Это что-то вроде тилапии, рыба неприхотливая. Эту идею Сергей присмотрел в Тотьме. Правда, на реализацию проекта предпринимателю нужны 30 соток земли. В региональном управлении рыболовства обещали помочь. Кстати, разведением рыбы занимаются и в Кадую. Там выращивают осетровых. Ведь забирать у природы все самое лучшее человек научился давно. Пора долги отдавать. В поселке Маличкино Череповецкого района открыли птицефабрику. Еще в июле 2014 года это предприятие было передано в распоряжение Федеральной службы исполнения наказаний. Тогда ФСИН и правительство Вологодской области подписали соглашение. Главная задача документа – создание новых рабочих мест для осужденных. На первом этапе реализации проекта «Рабочие места» на птицефабрике получат около 100 человек, отбывающих наказание в колонии поселения за нетяжки, совершенные по неосторожности преступления, и 250 местных жителей. Заработная плата составит примерно 15 тысяч рублей. Стоит отметить, что данный проект является пилотным в масштабах всей страны. Открытие объекта и запуск производства состоялся в минувший четверг. Там побывал и мой коллега Павел Панов. Осужденный Александр Кудряшов осваивает для себя новую профессию. Третий день он работает сортировщиком куриных яиц на птицефабрике в Маличкино. Из 270 заключенных местной колонии поселения выбрали порядка 100 человек. Тех, у кого не было ни одного нарушения дисциплины. Работа нравится, новое оборудование, всем доволен. Обещают хорошую зарплату. Лучше, чем находиться взаперти. Смены дневные. Утром на автобусе заключенных привозят из колонии, потом работа, обед и обратно. А еще осужденные будут получать зарплату, точно такую же, как и все остальные работники – 15 тысяч рублей в месяц. Это примерно в 3 раза больше среднего заработка заключенных по стране. Дискомфорта от работы бок о бок с заключенными специалисты цеха упаковки яиц не испытывают. С работой справляются наравне. И присутствие охранников, которые следят за подопечными, никого не пугает. Больше беспокоит другой вопрос, когда наконец выплатят зарплату. В последний раз люди получали деньги 3 месяца назад. Надеемся. Пока еще ничего не видели, ни зарплаты, ничего. Пока терпим. Хорошо, что муж работает на другой работе. Уже с понедельника обещают начать выплаты работникам. Всего накопилось около 7 миллионов рублей долга по зарплате. Проблемы по выдаче заработной платы тем работникам, которые здесь сегодня работают. Этот вопрос мы сегодня на уровне первого заместителя губернатора обсуждали у Николая Евгеньевича Гуслинского. И был приглашен конкурсный управляющий, то есть эта работа будет вестись, и я думаю, что мы планомерно всю задолженность ту закроем. Фактически заняться бизнесом Федеральную службу наказания подтолкнула непростая ситуация с финансированием. Кормить заключенных нужно, и вместо покупок на стороне решено было производить самим. В год осужденные по стране съедают около 60 миллионов яиц. Будут работать люди в том, что будет производиться продукция. В том, что город не останется без яйца,
Производство этой площадки порядка 150-180 миллионов штук в год. Абсолютно спокойно закрывает потребности города Череповца и всех потребностей структуры Федеральной службы исполнения наказаний. Прежде всего, мы будем его, данную продукцию, потреблять сами. Прежде всего. Естественно, будет некий избыток, наверное, будет. Ну и избыточную, так скажем, нашу продукцию мы готовы будем отдать области. Ну, для работы в области, в том числе будем готовы отдать в области по, естественно, наверное, ценам немножко ниже, чем сегодня рынок, для того, чтобы губернатор области мог также закрывать свои проблемы по социально важным, значимым, там, как детские дома, школы, больницы. На фабрике будут работать 350 человек, из них не более 100 – это заключенные, остальные – из числа местных жителей. Сейчас предприятие работает не на полную мощность, специалисты готовы увеличить производительность, если этого пожелает новое руководство. Сегодня работает одна смена, правильно я понимаю? Да. Сейчас в данный момент одна смена работает. То есть, в общем-то, если надо, то будет 380 на 3 смены работать, ну, если, допустим, надо будет работать. Если будет 900 тысяч, то будет 2 смены. Сегодня налаживается производство яиц на фабрике, на очереди колбасный цех и цех по производству яичного порошка. Этот проект стал пилотным для ФСИН. Если опыт будет успешным, ведомство намерено восстанавливать и другие фабрики области в Шексне и Климовском. Ну а затем применить опыт в других регионах страны. Сотрудник вневедомственной охраны областной столицы, будучи не при исполнении, спас двоих волокжан. Алексей Кудринский возвращался домой по Асановскому проезду, когда мимо него на огромной скорости пронеслась «Шевроле Лачетти». Легковушка вылетела с проезжей части и угодила в реку Шогрош. Старший сержант полиции бросился на помощь. Надо помогать, ведь как? Не остаешь в беде. Тем более, если едут оттуда. Видно, что машина лежит, никто не остановился, ничего. Как тут время такое, тем более холодно в воде, да как замерзнут. Алексей вызвал спасателей, медиков, а также полицейских из группы задержания, которые находились неподалеку. Стражи правопорядка смогли открыть задние двери легкового автомобиля и помогли выбраться двум мужчинам. Как заявили в ГИБДД, водитель «Шевроле» был пьян. Двигался со стороны Конева в сторону улицы Лавинецкого сюда. И хотел показать другу, какой он опытный водитель, и В итоге на ручнике развернулся и перевернулся в кювет. Как выяснилось, в этот день волокжанин отмечал свое 30-летие. И в процессе застолья ему пришла в голову мысль продемонстрировать свои навыки вождения. Однако теперь за управление автомобилем в нетрезвом виде об этих навыках придется забыть. Что касается старшего сержанта Кудринского и его коллег, то руководство их поступок оценило и решило поощрить денежной премией. Количество частных медицинских центров на Вологодчине, работающих в системе обязательного медицинского страхования, в следующем году увеличится в 2 раза. Об этом заявили в правительстве области. На межрегиональном координационном совете собрались специалисты фонда ОМС и представители крупнейших лечебных учреждений. Частные медицинские организации, они входят в систему обязательного медицинского страхования. Если в 2007 работала одна медицинская организация, сейчас их работает 16, на 2015 год заявилось 30. Говорили участники совета и о развитии высокотехнологичной медицинской помощи. Напомним, к этой программе с сентября подключилась и Вологодчина. Отныне ряд сложнейших операций вологжане могут сделать, не выезжая за пределы региона. Соответствующие лицензии уже получили 5 лечебных учреждений. В их числе медсанчасть «Северстали» в Череповце и детская областная больница в Вологде, в которой побывали представители Федерального фонда ОМС. Я увидела, какие условия созданы, я увидела, что здесь большая работа идет и по благотворительным направлениям, а это очень важно, когда частный бизнес, я говорю сейчас о социальном партнерстве. Поэтому я, в принципе, не увидела больных детей, я увидела не медицинское учреждение, а я увидела учреждение, где решают проблемы на самом высоком уровне. О других событиях Вологды и Череповца в рубрике «Параллельным курсом». Yeah.
Неожиданное продолжение в начале недели получила история со сроками сдачи двух детских садов в Вологде. Напомним, городские власти, причем в присутствии телекамеры замгубернатора, признали, что до Нового года объекты сдать невозможно. Однако спустя 4 дня позиция городских властей резко изменилась, и представители администрации заявили, что объекты будут доделаны в течение месяца. Специалисты уверяют, деньги на эти цели уже заложены в городской бюджет. Соответственно, с генеральным подрядчиком рассчитаются в полном объеме. Вот только о какой сумме идет речь, чиновники не поясняют. При самых оптимистичных прогнозах, даже с учетом того, что сады на Применино и Фрезеновской действительно достроят в течение месяца, дети здесь появятся не раньше 2015-го. До этого времени нужно будет пройти процедуры согласования, получить лицензии и заключение контролирующих органов. Сотни вологодских семей уже со следующего года могут лишиться права получать детское питание на молочной кухне. Об этом заявили в городской администрации, и решение поддержали городские депутаты на сессии Думы. Причину закрытия как минимум на ближайшие 4 месяца называют одну – недостаток средств в городском бюджете. Все деньги, выделенные на функционирование молочной кухни, закончились досрочно. На этой неделе стало также известно, что городские власти решили закрыть филиал детской библиотеки на улице Чернышевского и объяснили это невостребованностью учреждения. Однако книжный детский дом существует уже 85 лет, и закрыть его 3 года назад уже пытались. О решении закрыть филиал работники библиотеки узнали из объявления на дверях учреждения, а уже потом получили официальное уведомление. Чиновники пояснили, содержать филиал городскому бюджету крайне сложно. Стоит отметить, что в районе эта библиотека почти единственное место для дополнительных занятий с детьми из коррекционной школы и детского сада. Занятия проходят каждый день, и пока другого места для ребят никто не предложил. Подошел к концу на этой неделе капитальный ремонт многопрофильного лицея в Вологде. В целом работы длились около 2 лет. Средства на финальный этап, а это более 5 миллионов рублей, были выделены по государственной программе развития образования. В прошлом году здесь заменили коммуникации, отремонтировали 2-й этаж, а сейчас завершилась еще одна очередь ремонта, обновлен 1-й этаж. На это были выделены средства из регионального бюджета. Также заменили покрытие полов в классах, во многих расширены двери для удобства детей с ограниченными возможностями здоровья. Закончен ремонт и медблока, обновлен кабинет лечебной физкультуры. Вот такой насыщенной выдалась эта неделя в областной столице. О главных новостях Череповца за эти 7 дней расскажут мои коллеги. Коллеги, здравствуйте. 2 смертельные дорожные аварии за 2 часа. 22 ноября в разных районах города автомобили врезались в фонарные столбы. 3 человека погибли, еще 2 серьезно ранены. Первое столкновение произошло около 4 часов утра на Кирилловском шоссе недалеко от поста ГИБДД. Причина аварии – летняя резина. На момент трагедии в машине находились 3. Пассажир скончался на месте. Остальные с тяжелыми травмами доставлены в больницу. Спустя буквально 2 часа на пересечении проспекта Победы и улицы Судоремонтной произошла похожая авария. Зимняя резина шипованная была, но были не пристегнуты машина. То, что первоначально там установлено, тонировка была. Водительское удостоверение водитель вообще не имел. Поэтому, соответственно, сделать вывод, сколько он за рулем, сложно. Там по административной практике привлекался, и в состоянии алкогольного опьянения привлекался, и без прав привлекался к ответственности. От 10 до 20 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона рублей. Именно такое наказание грозит молодым людям за хранение наркотиков. Курительные смеси в особо крупном размере изъяли сотрудники наркоконтроля в минувшие выходные. На съемной квартире готовили к сбыту наркотические средства, потом делали закладки, оповещали о товаре наркопотребителей, используя социальные сети. Ну, когда наши эксперты поработали, значит, провели экспертизы, выяснилось, что общий вес изъятого на квартире наркотического вещества составил около 1 килограмма. Игорный бизнес легально. В Череповце появился новый вид одноруких бандитов – мгновенные лотереи. Они мало чем отличаются от игровых автоматов. Новую жизнь старым проблемам подарили Министерство обороны и новые законы. Лотереи Победы, они пошли по пути, который схож с игорным бизнесом. То есть делается ставка, и тут же получается результат. То есть это и есть, в принципе, тот момент, который вызывает лудоманию, зависимость. В Санкт-Петербурге, значит, прокуратура нашла признаки, значит, то, что это игорный бизнес. Если получена государственная лицензия, если это лотерея а-ля игорный бизнес, сейчас государственная лотерея, то
фактически, наверное, бороться сложно. Больше 5 часов огнеборцы тушили пожар в центре Череповца. Возгорание произошло в деревянном здании с магазинами на улице Луначарского, 45, в пятницу, около 3 часов ночи. Эксперты считают, что причиной возгорания стал поджог. Здание с торца облили воспламеняющейся жидкостью, неизвестные. На месте были обнаружены канистры и спички. В 7.24 значит, пожар был локализован. Всего было подано 8 столов на тушение. Значит, и работало 4 звена ГДЗС по 40 минут каждая. Ущерб и виновных еще предстоит установить. Движение как образ жизни. Под таким девизом предлагают провести череповчанам эту зиму. Для любителей активного отдыха городские власти приготовили несколько приятных сюрпризов. В этом году планируется 2 дополнительных бесплатных катка. Один на площади Революции и второй каток у стадиона 32-й общеобразовательной школы, там небольшой каток, также заливаем, который будет в свободном доступе. Также во всех районах города в свободном доступе будут работать хоккейные коробки, 14 штук. Как и в прошлом году, будут открыты 16 бесплатных и 2 частных катка на площади Химиков и в парке Кио. Лыжные трассы по традиции будут организованы в парке Победы, Макаринской роще, в Северном и Зашекснинском районах. На этом у меня все. Увидимся! К новостям вернемся через пару минут. Пока реклама, но далеко не уходите, она быстро пройдет.